В Одесской области полиция задержала двух иностранцев за разбойное нападение на киевлянку. Правонарушители завезли 46-летнюю женщину в лесополосу. Избили с угрозами, отобрали украшения, деньги и телефон. Пострадавшая родом из Киева, но приехала на день рождения бывшего мужа. После праздника она поехала в Великомихайловку на такси с именинником, который он вызвал. По дороге выяснилось, что таксист и его напарник хорошо знакомы с ее спутником, и в пункт назначения они не доедут. И таксисты, и мой знакомый завезли меня в лесопосадку. Сняли золото, угрожали ножом, побили меня, грозили мне, угрожали, кричали, обзывали меня. Порезали сумку и бросили меня в посадке. Спасибо, мне какие-то ребята довезли на машине. Дай им Бог здоровья. При силовой поддержке спецотряда ТОР правонарушители задержали на территории Одессы. У мужчин изъяли, вероятно, орудие преступления – нож и пистолет, а также чек с ломбарда, куда они сдали ценные вещи киевлянки. Дії фігурантів кваліфіковані за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 10 років з конфіскацією майна. До обрання запобіжного заходу їх затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вживаються заходи щодо встановлення місця знаходження третього фігуранта справи.